Большой трехдневный экономический и гайдаровский форум «Россия и мир. Выбор приоритетов» проходит в эти дни в Москве. В этом году мероприятие посвящено обсуждению вопросов внутренней и внешней социально-экономической политики. Делегацию региона возглавил губернатор Сергей Морозов. В первый день форума он принял участие в экспертной дискуссии под названием «25 лет в пути. Иностранные инвестиции в социально-экономическом развитии России». Сергей Морозов представил опыт работы региона по привлечению инвестиций и формированию новой экономики, а также рассказал о сотрудничестве с иностранными партнерами. В том числе с Израилем уже сформирован полноценный проект, который состоит из нескольких частей. И, думаю, что прям буквально в ближайшее время мы постараемся максимально публично его презентовать, для того, чтобы понимали наши партнеры, как российские, так и иностранные, что есть еще одна очень яркая, интересная территория с огромным количеством преференций, а самое главное, с огромным количеством умных людей, которые имеют желание реализовать свои знания. Рассказать и правда есть о чем. К примеру, в рамках прошлогодних форумов были подписаны инвестиционные соглашения с компаниями Leroy Merlin и Decathlon и соглашение о развитии моногорода Димитровграда. Гипермаркет строительных товаров Leroy Merlin был открыт в сентябре прошлого года в Засвияжском районе. Приход крупного международного игрока в наш регион позволил создать порядка 300 новых рабочих мест и привлечь в регион 1,5 миллиарда рублей. Следом за Леруа свои двери открыл и Декатлон, гипермаркет спорттоваров. Объем инвестиций в проект составил 300 миллионов рублей. В торговом комплексе магазина французской компании представлены более 35 тысяч наименований спортивных товаров. Приход таких компаний, как Декатлон, Леруа и многих других крупных, в том числе торговых сетей, говорит о том, что регион интересен, регион развивается, и уровень жизни населения он повышается, потому что формируется определенный спрос, формируется база, и это показатель определенного качества жизни. Начал свое развитие и Димитровград. Предполагается создание крупного индустриального парка, куда войдут как новые, так и уже созданные промышленные предприятия. В рамках проходящего форума планируется, что губернатор проведет ряд деловых встреч и переговоров. Придут ли в Ульяновск новые инвесторы, покажет время.